Много лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губернии. Соседи были рады угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Нам. Кирилл Петрович, вот они. Хватай. Хватай. Догоняй. А, хватай. Это тебе. Догоняй. А, держи. Держи. А, хватка-то у него какая. Хватка-то, а? А, держи. Что ж ты хмуришься, брат? Или псарня моя тебе не нравится? Нет, псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое, как вашим собакам. Вот что правда, то правда. И на мой дворянину не худо было променять свою усадьбу на любую здешнюю конуру. Ему было бы светлее и теплее. Куда же ты, Андрей Гаврилович? А на охоту? А? Я до тех пор не намерен ехать, пока не вышлите вы мне царя Парамушку повинный. Терпеть шутки от ваших холопьев я не намерен. Да я от вас не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Что, что? Да знаешь ли ты, с кем связываешься? Вот я ж его. Узнает, как идти на Троекурова. Парамушка! Рыжая бестья! Простите, барин! Барин, простите! На конюшню! У меня сосед есть. Мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь? Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или... Врешь, братец, как бишь тебя? Шабашкин. Какие тебе документы? В том-то и сила, чтобы отнять имение без всякого права. Мудрено, ваше превосходительство. Вот если достать от соседа запись... Запись, запись! У него все бумаги сгорели. Как? Бумаги его сгорели? Ваше превосходительство, действуйте тогда по закону. И без сомнения получите совершенное удовольствие. Ты думаешь? Так. Ну, смотри. Я полагаюсь на твое усердие. Ваше превосходительство. А в благодарности моей можешь быть уверен. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Покорнейше благодарю. Покорнейше благодарю.
Уездный суд, рассмотрев дело о неправильном владении гвардии поручиком Дубровским имением, принадлежащим его превосходительству генерал-аншефу Кириллу Петровичу, сыну Троекурова, полагает, отобрав упомянутое имение 70 душами, землею и угодьями из неправильного владения гвардии поручика Дубровского, отдать в полное его превосходительство генерала-аншефа Кирилла Петровича Троекурова распоряжение. В случае согласия, извольте подписать ваше полное и совершенное удовольствие. Ну? Подпишите ваше полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие. Подпишите ваше полное и совершенное... Как не почитать церковь? Прочь хамово племя! Слыхано ли дело, ваше превосходительство? Псари водят собак в церковь. Собаки! Собаки бегают по церкви! Я вас... Собаки! Собаки! Все с приятелями, а долги не плачены. Что? От булочника приходили. Какие? От мясника приходили. Каналья! От портного приходили. А? Дурацкая рожь. И от сапожника приходили. Безвозвратно навек, друзья мои, друзья. Но, как и прежде, аккуратно пить буду я, Барин! Что тебе? Но, как и прежде, аккуратно пить буду я, Вам письмо из Костенявки? Что ж ты, дурак, раньше молчал? Расщеплился старик, все долги заплатил. А бедному царе замолвите слово, ваше лучше не пускает. Я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькиным. Очень оно плохо. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный. Слышно, отдают нас под начал Троекурову. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузарева.
правда, что Троекуров у нас имение отнимает? Не наше холопье дело разбирать барские воли. Шевелись! Где он? Каков? Да ничего, ничего, Бог дал, ничего. Володька. Отец. Отец, ну вот он я, батюшка. Володь. Зачем же вы встали с постели? На ногах не стоишь. А туда ж норовишь, куда и люди. Что с вами, батюшка? Как же это все случилось? Володечка. Кусаешься, а? Кусаешься, а? Ну, погоди, Дубровский тебе покажет. Он тебя научит. Папенька, поезжайте, привезите Андрея Гавриловича. Нет, ты посмотри. Морда, морда, а уши. Порода весь в моего полкана. Папенька, поезжайте. Скажите, что я соскучилась. Поеду. Успокою старика. Это чей ж такой будет? Здорово, дядя Архип. Они кого им? Парень! Троекуров! Чему вы? Гришка, подойди к барину Кириллу Петровичу. Поклонись, спроси, что надобно. Да бегом! Ступай, доложи барину. Рад ли он гостю? Вот он! Вот он! Прочь, собака! Он! Кирилл Петрович спрашивает вас. Скажи, чтобы он скорее умирал, пока я не велел выгнать его со двора! Ваше превосходительство, молодой барин приказали убираться, покуда вас не выгнали со двора. Ступай, старый пес со двора. Антон, за лекарем скорей. Барину плохо. Не надобно лекаря. Батюшка скончался. Царица небесная! Thank you.
По решению земского суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем и исполняйте все то, что он прикажет. А вы, бабы, любите его и почитайте, а он до вас большой охотник. Позвольте узнать, что это значит? А это значит, что мы приехали сюда вводить во владение Кириллу Петровича Троекурова, а иных прочих просить убираться вон по добру и по здорову. Вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти. А ты кто такой, а? Прежний помещик волею Божию помрет? А мы вас не знаем. И знать не хотим. Ваше благородие, это наш молодой барин Владимир Андреевич. Это кто еще там рот раскрыл? Какой такой молодой барин? Какой такой Владимир Андреевич? Ваш барин Кирилл Петрович Троекуров! Слышите вы, полуки? Как не так? А это что, бунт? Эй, староста, сюда! Да что на него смотреть? Ребята, датчик! Берегите! Стойте! Что вы это? Вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Государь, милости, он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему будет за нас заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать? Ступайте. Все мы Божии, да государевы. Вот уж приберет нас к рукам Кирилла Петрович. Да. Лечи обуха не переживешь. А. Мы решили с вашего дозволения остаться здесь ночевать, так как уже темно и мужики могут напасть на нас по дороге. Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. У Троекурова и своим плохо приходится. А достанутся чужие, он с них шкуру сдерет. Гонят наших господ со двора. Эх! Всех бы разом, так и концы бы в воду. А? За нашего благодетеля. Его превосходительство генералом шефа Кирилла Петровича. Ура! 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 Многая лето, многая лето, многая лето.
так все кончено. Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен буду оставить дом, где я родился, где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Нет, нет, пускай же ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. Архип! Владимир Андреевич, это вы? Что ты здесь притаился? А топор зачем? Как же без топора ночью ходить-то? Эк они храпят окаянные. Всех бы разом. Не дело ты затеял. Засвети-ка фонарь. И ступай за мной. Барин, зачем вы не спите? Да сна ли нам? Тише. Поди. Приведи сюда Егоровну. Да выведи из дома всех наших людей, чтобы ни одна душа в нем не оставалась, кроме приказных. Вот принесли, барин, сено. Архип, отопри дверь в передней, я, кажется, их запер. Как бы не так. Отопри. Чему смеетесь, песенята? Божья тварь погибает, а вы радуетесь? Ну, пошли прочь! Ну, ребята, прощайте.
Мне здесь делать нечего. Не поминайте лихом. Архип! Прощайте. Архип, а как же мы? И мы с тобой? Ладно, идем. Идем. Трогай, старик. В губернии появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они грабили помещи дома и предавали их огню. О Дубровском рассказывали чудеса. Я всегда уважал вашего покойного батюшку. Не сметь называть это имя! А не вы ли показали на суде, что Дубровский не по праву владеет Кистеневкой? Заберите помещиков в амбары! Je viens de Paris. Je suis instituteur. Tout bon, s'il vous plaît. Je vais chez Trécourt. Où va, monsieur? Chez Trécourt. Prenez place. Seigneur Trécourt, sans me connaître, m'a engagé en qualité de maître pour l'instruction de ses enfants. 3000 roubles par an. Ma vieille mère est malade. M'entendez? Écoutez! Je vous offre 10 000. Il ne me faut que votre absence et votre passeport. Mon absence et mon passeport? Votre passeport. Alors, que dingue! Monsieur Desforges, je vous souhaite de trouver votre mère en bonne santé. Merci, merci, monsieur, merci. Oh bon Dieu, oh bon Dieu. Накормили, можно сказать, насытили. Спасибо. Да, ну и каша. Что, после троекуровских-то хлебов брюхо подвело, а? Ну, ты мне про троекуров не вспоминай. Я бы его своими руками. Ha, 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 ha,
Мой дворянин, полковник гвардии, его императорского величества. Я вас слышал. Стыдитесь! Вы дворянин, гвардии поручик, заодно с этим сбродом. Сядь! Позорить моих крестьян. Это мои друзья. С ними я навсегда связал свою жизнь. Пойдем, Володюшка, с ними не наговоришься. Целый день не ешь. Иди, иди, нянюшка, я сейчас. Прикажите вашим хамам уважать мундир, который я ношу. Из уважения к мундиру господина полковника расстрелять. Бери! Удивлялись одному, что поместья Троекурова были пощажены. Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках. А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник? Постараемся, ваше превосходительство. Постараемся. А правда, зачем и ловить его? Разбой Дубровского – благодать для исправника. Разъезды, следствие, подводы, а деньги в карман? Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник? Сущая правда, ваше превосходительство. Люблю молодца за искренность. У меня в кармане приметы Владимира Дубровского, ваше превосходительство. А, кстати, прочтите-ка, и мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Приметы Владимира Дубровского. Лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Особые приметы. Таковых не оказалось. И только. Ха, ай да бумага. Да у кого не русые волосы, да не карие глаза. Вон и у месье де Форжа карие глаза. Нечего сказать. Умные головушки приказные. Ну, пойдемте. Разрешите откланяться. Куда же вы? Ловим Дубровского. Ах, этот Дубровский. Алёмси.
Барин велел. Каков молодец! Не струсил? Ей-богу, не струсил! Откуда у гувернера пистолет? А не удалось подшутить Кирилл Петровичу. Je vous remercie de votre bonté. Votre charmante image restera à jamais le délice et le tourment de toute ma vie. C'est une page de roman? Non, c'est mon cœur qui parle. Переночевать мне в вашей конурке. Потому извольте видеть. Ты везир, месье? Беда. Не научился ты, мучил по-русски. Жеве. Ну а? Чего? Вообще. Понимаешь? Революнтие, месье. Спасибо. Передай Архипу, чтоб без меня не смел ничего делать. С Троекуровым я должен расправиться сам. Ступай. Thank you.
Полностью. Дьявол тебя побери. Какими делами заправляешь? Я управитель имения. Исполняю княжеские инструкции. А где ж твой князь? Его сиятельство князь Верейский, Лондон. За границ! Ну что ж, ребят, хороший у вас управитель. Отпустить, что ли? А? Русский мужик! Русский мужик трус! Лентяй! Он не любит работать! Ты любишь работать? Чужим горбом, мужицкой кровью! Вешай его! Thank you.
зачем прекратили танцы? Музыка, плясовую, любимую! Сказал. Заждались, барин. А первый троица, убью на месте. Архип, Троекуров от меня не уйдет. Ну, барин, последний раз поверим. Назад, ребята! Не уйдет от нас Троекуров! Гром победы раздавайся, веселится храбрый гул. Вранье! Вранье! Все приметы, ваше превосходительство. Эх, братец, убирайся-ка ты, знаешь, куда, со своими приметами. Ну, как можно верить на слово Спицыну, трусу, лгуну? Он застращал меня пистолетом, взял клятву молчать. Ну, что ж, учитель? Нигде не найтись. Так сыскать его! Слушаюсь. Мсье де Форж. Я не француз де Форж. Я Дубровский. Не бойтесь, вы не должны бояться этого имени. Я не могу здесь доли оставаться. Я расстаюсь с вами сей же час. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Простите, меня зовут. Минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? За вас отдал бы я жизнь. Обещаю.
Опустите кольцо в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать. Маша, не встретила ли ты месье де Форжа? Вообрази, исправник приехал, чтобы схватить его. Он уверяет, что это сам Дубровский. Ты бледна, Маша? Тебя перепугали. Что ж, учитель? Его сиятельство князь Верейский. А, миль пардон, мошер вуазен. Вуае, у меня побывал ваш Ринальдо. Времон, Дубровский. В имении пахнет гарью. Илья Дюфе и сепантан. Прошу приютить. Сочту за честь, любезный князь. Моя дочь. Прошло несколько времени. Много перемен произошло в семейном быту Кирилла Петровича. Сватовство князя Верейского не было уже тайной для соседства. Я мог бы избавить вас от ненавистного человека. Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца. Бросьтесь к его ногам. Бросьтесь к его ногам. Папенька! Папенька, не губите меня! Я не люблю князя. Я не хочу быть его женой. Это что значит? До сих пор ты молчала, а теперь вздумала капризничать? Не изволь дурачиться. Не губите меня, папенька. За что гоните меня от себя прочь? Вам без меня будет грустно, папенька. Не принуждайте меня. Все это вздор. Папенька. Завтра будет твоя свадьба. А? Завтра? Боже мой. Нет, это невозможно. Этому не быть. Если уж вы решились погубить меня, то я найду себе защитника. Что? Что, угрозы? Мне угрозы? Дерзкая девчонка. Посмотрим, кто будет этот защитник. Владимир Дубровский. Добро. Je vous salue, mon général. Князь. Ну, дети, посидите, поваркуйте. Мадемуазель, mes compliments. Bonjour, monsieur le prince. Шармант, Мари. Кафе-ву. Вы взволнованы? Князь, откажитесь от меня. Я не имею к вам ни малейшей привязанности. Не губите мою молодость. Умоляю вас. Ну-ну-ну, ля птиц. Я не в силах подписать свой смертный приговор. Жаме де ма ви. Жаме. Не
мешай мне, добрую молодцу, не мешай мне. Записка вам. Сегодня свадьба. Спасите. Гришка, Антон со мной. Архип, веди людей за нами. Лошадей. Свободны. Выходите. Что это значит? Кто ты такой? Это Дубровский. О! Маш. Я дала клятву. Князь мой муж. Я ждала вас. Теперь поздно. Дерзновенные разбои обратили внимание правительства. Посланы были войска, дабы взять Дубровского, живого или мертвого. Эй, ребята! Солдаты! Эй, в набат! Thank you.
Кирилл Петрович, мужики! Что? Где исправник? Боже, это Бродский! Кто вас пустил? Пошли вон! Я к губернатору донесу. Государю! До Бога высоко, до царя далеко. Принимай гостей, барин.